Итак, спасибо вам, что вы сегодня пришли, несмотря на все преграды, заманчивые дачи. Вот, значит, мы открываем сегодня выставку двух замечательных девочек. Очень нам понравились их работы, и мы их вот включили в нашу программу и будем внимательно за них за ними следить в дальнейшем. Вот, работы, про работу рассказывать не буду сегодня сами. А девочки, мы вас поздравляем. Это замечательно, что вы у нас тут вот, висите на стенках. Вот, мы за вас очень рады. Ну, в общем, у меня все. Ну, давай я. Хорошо. Ну, это моя первая выставка такая. И то, что здесь висит, вот эти вот зимние пейзажи, они мне очень дороги, потому что, ну, как-то для меня это был какой-то выход этой зимой. Вот просто скинуть себе весь городской какой-то образ, все время в делах, в каких-то спешке. Просто выйти из дома и все как-то заново воспринять вокруг. И это было чудесно, потому что я ходила, писала, было очень холодно. И потом ходили какие-то совершенно незнакомые люди, и они со мной начинали знакомиться, подходили дети, все смотрели на это. Вот. Получился какой-то совершенно неожиданный, очень мне дорогой период, ну, как-то в жизни, вот. И так случилось, что когда стало тепло, он как раз закончится, да, прошел, но теперь мне очень, ну, как-то радостно, что это было. Я очень благодарю вас, что вы это смотрите. Спасибо. Мне хотелось бы сказать всем спасибо, кто пришел, и пригласить к столу.